хорошая, потому что у нас была пауза, да, там 4 дня выходных, вот, удалось выбраться в Москву, в Россию слетать на короткое время, да. Сейчас с боевым настроем приступаем ко вторым сборам. Сказали, также остается отличная работа, но все-таки уже с игровыми упражнениями, наработки и прессинга, так как мы будем играть, уже больше с мячом, больше командных будет упражнений. Новый главный тренерский штаб, да, который у него сейчас есть время привить свои именно нам идеи, показать, что они от нас хотят, потому что в сезоне все равно там было очень много игр и не было времени для наработок их идей. Понравился профессионализм, который весь тренерский штаб, и административный, и медицинский, все направлено на то, чтобы мы становились лучше, подошли в своей лучшей форме к началу сезона. Давай, живой, давай, чуть-чуть еще. Меньше 30 секунд. Терпим. Расскажи про тесты, что сдаете, что это вообще такое? Плановые тесты, да, мы сдаем каждые полгода, можно сказать, когда возвращаемся из отпуска. Они смотрят там наше функциональное, да, состояние. Самая, можно сказать, такая тяжелая работа, которая после именно отпуска предстоит всем футболистам. На самом деле думал, что после первого сбора побежим сразу, там через 2 дня после отпуска. На самом деле никто не ожидал, что будут тесты. И этот биг-тест. Думали, обойдемся без них, но все выдержали вроде. Уже немного легче, нежели чем на первых сборах. Видно, что вошли немножко в кондиции. Поднабрали, говоря, вдыхалки. В чем есть разница? У тебя там правая или левая нога сильнее за время отпуска? Там что-то, может быть, какой-то потерял, да, там какая-то мышца. И чтобы это все компенсировать потом и выровнять все, чтобы все было ровно. Просто все профессионально, включая там от питания и до таких прекрасных полей. Все, медицинский штаб, то есть восстановление, все на высшем уровне. Чтобы мы только становились лучше и лучше.